благодатью Всесвятаго Духа, в окроплении воды сия священная, благословляется и освящается сей скульптурный образ святаго и благоверного великого князя Димитрия Донского во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня здесь, в нашем Тульском Кремле, мы с благодарностью боголюбивому семейству губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева принимаем во знаменование этой великой победы над Куликовым полем 635 лет назад в нашем Кремле этот дар, скульптурный образ, памятник святому, благоверному, великому князю Дмитрию. Действительно, 635 лет тому назад Россия, Дмитрий Донской одержали важную для нас победу. И эта важная победа была торжеством нашего российского русского оружия, которое ковалось здесь, в стенах этого Кремля, на оружейных заводах и предприятиях города Тулы. И очень важно и знаменательно, что именно открытие памятника Дмитрию Донскому в год 70-летия нашей с вами победы. Кулики всегда защищали нашу страну во все периоды самой сложной и трудной жизни и нашей истории. И Великую Отечественную войну. Город-герой, город воинской славы Тулы всегда был надежным опором страны, и на сегодняшний день это город не только вооружеников, но это и город еще и трудовой славы, город культурной славы, город, который всегда чтил и чтит традиции российского государства. С праздником вас всех! Сегодня наш праздник. Почему я говорю наш? Потому что действительно на Тульской земле 635 лет назад была одержана важная победа. Победа, которая ознаменовала становление нового российского государства, когда разрозненные княжества объединились и дали отпор врагу. Дмитрий Донской – человек, с которым связана вся история Тульской области. И сегодня восторжествует справедливость, и на территории Тульского Кремля установлен и освящен памятник Дмитрию Донскому. Человеку, который внес огромный вклад как в развитие Тульской земли, так и в развитие нашей великой Родины. С праздником вас!